Сказал Господь, наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. В сегодняшнем евангельском отрывке мы слышали о словах Господа нашего Иисуса Христа, о важности в духовной жизни человека таких факторов, как готовность к прощению, вера и смиренномудрие. Обращаясь к пришедшим к Нему иудеям, Господь говорит, «Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Православный христианин призван отвечать на обиду или грех против себя не осуждением, не клеветой, не ответными обидами, а выговором. Мы должны не осудить человека за тот или иной грех, а показать его. Ведь для нас важно не осуждение, не наказание нашего ближнего, пусть даже и совершившего против нас какой-нибудь проступок, но его исправление. Ведь именно этого требует закон христианской любви и сострадания. Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу пишет. «Видишь, как Спаситель ищет пользы не оскорбленного только, но и оскорбившего. Обижен, собственно, тот, кто объят страстью. Он болен, слаб и немощен. Потому-то Спаситель и посылает к нему оскорбленного или одного, или со свидетелями. Ведь если бы он искал только пользы оскорбленного, то не повелел бы кающегося прощать до 70 раз и не указал бы столько врачей для его болезни. Однако для того, чтобы суметь простить своего обидчика, нужна не только любовь. Для этого нужна еще и искренняя вера. Вера в то, что и наш обидчик будет прощен всемилостивым Богом, и мы сами станем ближе к Богу, если не будем стараться отомстить тем, кто нас обижает. Господь обращается к своим слушателям. «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Впрочем, некоторые люди, враждебно настроенные против христианства, могут спросить, почему в истории церкви не было таких случаев, когда человек силой своей веры мог передвигать горы. В ответ на подобные замечания святитель Иоанн Златоуст пишет, что, во-первых, Господь не говорит своим ученикам утвердительно «Вы обязательно передвинете горы», но говорит «Вы можете передвинуть горы». Это значит, что за необходимостью такое чудо обязательно бы произошло. Но на данный момент такой необходимости не было и нет. В то же время Златоустый святитель замечает, что апостолы и многие другие христианские святые совершали гораздо большие чудеса, например, воскрешение мертвых. Так святитель пишет, что верные ученики Христовы совершили гораздо большие, воскресив тысячи мертвых людей. Ведь поистине не столько потребно силы передвинуть гору, сколько выгнать из тела смерть. И последний весьма важный в духовной жизни человека фактор, на который указывает нам в сегодняшнем Евангелии Господь Иисус Христос, это смиренномудрие.
Своими словами Господь показывает нам, что не следует гордиться тогда, когда мы совершаем то служение, к которому призваны. Те таланты, которыми мы обладаем, не наши по природе, но особый дар Божий. А если это дар Божий, мы не просто не должны ожидать за их реализацию какого-нибудь поощрения, но даже более того, мы должны быть готовы к тому, что Бог нас накажет за их нереализацию. Если мы пренебрежем тем даром, который вложил в нас Господь наш Иисус Христос, как Творец, мы окажемся на краю гибели. Помня об этом, мы должны всегда ощущать себя, как говорит нам в этом сегодняшнем Евангелии, рабами ничего не стоящими, и, исполняя свой долг, не рассчитывать на какую-либо земную награду, хоть, конечно же, чисто по-человечески, этого иногда очень хочется. Однако при этом мы должны помнить, что главная наша награда не здесь, не на этой земле, но в несколько ином измерении, которое откроется пред нами во всей полноте только после кончины этого временного мира. И это измерение уже не закончится никогда, потому что оно будет тем вечным и блаженным царством, в котором всегда будет господствовать сам Бог, наш Творец и Спаситель.